Дома домой поедете? Нет? Магазин? Леруа Мерлен. Сначала еще к моему этому зайду. Слышишь, так вы не поедете домой, я номер выбрали. Поедем попозже. Слушайте, ну не сразу. Ну как хочешь, можешь Кабачков отвезти. Вот, 9-9! Олег! Марк! Убей!
Настроение. Пойдет у меня. Вроде ничего. Вот не пойдет это все. Давай, Тёма. Кто такие были? Вот они мне. Вот на вот надо убивать. Слушай, я убивал. Ну какие? Ты гулял? Нет, по набережной. Нет, блядь, что-то да. Нет, просто перед отъездом, блядь, я все... Тёма, блядь, один день и все темнее, блядь, покажи мне кино. Ну видишь, ты просто не... Ты пьяный. Ты это мог! Ты три дня тебя в говно видел! Два дня, потом три дня вообще не пил. Я вообще не пил три дня. Мы там всего четыре были. Три, два. Слышишь, Батус, 50-50. Бля, надо было ловить меня в каждый момент. А вот я попробую поймать, неуловимый чёрт. Мимо палетка было, я не мог. Не, я гулял. Не, Андрюха мне очень понравилось. Второй день, после первого этого поражения в первый день, во второй день, если мы завтра хоть очко потеряем, все, пиздец, я в результате одну выигрываем, вторая ничья. Шансы на выход из группы есть. Андрюха, я сказал, что я буду в говно. Значит, я буду в говно. И реально, ты с Гариком. Да, ты. Я понял, когда пришли еще, мы так вот с костолами вот здоровался. Слушай, ты меня будет только. Это естественно, белорусский занятие. У него паспорт снят. А у него все это... Женщина, а что у вас будет в паспорте? Да. Это были лихие 90. Это вообще не кажется. Так что, надеюсь, оружие и все, блядь. Вообще не зря, блядь. А ты же туда ехать? Понятно, я уже ехал. Я же помню, фонарь надевал. Поехал, поехал. Таможенник такой. Надо. Слышишь, что? Я еще сказал, ты вернулся. Тут человек сверху, и он еще на другую границу. Парень, ПТ. Мне кажется, мы все трое говорят, и Ян, и Батлем, и Митя, и Танцы, и так далее. Другие сразу Если меня Варя будет завтра раскидывать всю эту землю, мы с говном сидят просто. Закопает нас. Потому что я сейчас делаю все дела, 20 часов поеду. Раскидал, где? Завтра уже буду раскидывать. У нас все пакетик. Не вижу. Нет, это целое. Не-не-не. Это целое. Это аккуратненько. Надо было начало пить. Надо тут специально поехать. Специально поехать. Мой режим.
Эстония, ты. Не, ну понятно, что мы с Ебёвской, да?
Да ты не кричи, блядь. Там нет дютика. Там очень реально, типа, тупо вот такой, но небольшой. На весной. Большой. Пойдем, пойдем, пойдем.
Стой, 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 стой
Сколько сыграли? Летело эти 27 минут. А вон 4:20. Все, пора. Кабачок, пора. Объектив смотри.
вымести свой взнос на это. Что там, блядь? Я не скажу. Я еще прикол расскажу. Давай, я сейчас приготовлюсь по мне. Один, Тёма, играй! Сейчас это закончится? Я начну с того, что ты помнишь, когда ты сходил с Максимом на разборку? Тёма, лезь дальше, лезь! Ой, с Ильей, к Максиму. Один, Макс, один! Вот. На разборку. Илья, расскажи ему, как Максим сходил на разборку. Да? На разборку. Потому что мы были. Ну там типа в итоге так получилось так, что типа, он должен был ему отдать. Ну, а в итоге типа я на следующий день покупил. Выше, выше, выше! Ну там охуели, типа, Максим, типа, может оказаться там. Ну, типа, что-то такого, смысл там был. И, ну, и все там, типа, короля. И Ася мне говорит, ну, это все хуйня. Ну, его тёлка, типа, вот, и показывает фотки. А, там, с писюном во рту. Там, знаешь, в других всяких местах во рту. И мы её только что в интернете Славянова нашёл. На фоне сайта. Ребёнок, прикинь. Прикинь, телка у него такая вот очень. Славян, говорит, видел видос, где её жопу закончили. Она ещё чуваку, она целовала какого-то. И прикинь, вот ты видел этого чувака, я просто был в шоке от того. Как чувак может вообще так себя вести, и еще у него такая тёлка, пиздец. Как ты сейчас думаешь? Абсолютно звёзды. Типа то, что ему нравится, то, что она приходит с работы старшая. Может, он себя знает? А да, конечно. Мы знаем, да, типа, а он не знает. Кстати, он не знает, он на сайте. Конечно, у него сама эта, у него, как его, блядь, девушка порно-звезда, зачем вылазить на порно-сайте? Она ему прикинь, говорит, нет, блядь, нет, не буду. Ну, сало, голова, блядь. Нет, еще? О, давай на камеру. Сними крупный план. Это же девушка. Я все время почему-то думаю, что типа это девушка, которая... Красная. Конец, блядь. Которая это какого? Которая снимается в порнухе. Я не помню, что она делает. Право, право! Больше легал? Нет, это не супер полный мужик. Ну, обычные девочки. Да, ну, я нет, я думал, что мне типа... Ну, не выходит между нами. Ходит спокойно, улыбаясь, мило. Ты в жизни не подумал, что это вперёд не было уже. Обороне. Ладно, было много. А я вообще не выкидаю, я не выкидаю. Ты даже не знаешь, что это было. Ну, пойдем, ты же не знаешь, что это. Я тебе больше скажу, я всех в лицо почти влез. Слышишь, всех русских? Да. Слава смотрит по ночь молиться. Не покажет.
не покажет твою имя, фамилию. Да, имя, фамилия, и ничего, IT-адрес. Ник там тебя заблогировал. Чисто табличку сейчас лазерю. Вот это было. Что, все? Все, я включил, уже хватит совет. Я! Я что-то разыграй! В центре, в центре! А что ты инкогнито? Аслава? Че? Почему ты палишь инкогнито? Саша спалит. Я не знал, что такое Саша. Нет? У меня столько популярно. Да нет, все есть, там есть. Все нормально. Чай, давай, посмотрим. Как она выглядит. Кабачку скинешь потом. Если это откуда 7 тысяч надо, вот смотри. Иди там, иди! Иди, голосуй, скажи! Иди, 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 А, вот. Я нашел мычок. Ты бы еще сфоткал, зачем он сидит, за какой страницей. Сейчас фотка? Да, 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 да. Какой чистый барин сидит. Давай!
Кому там замену говорить? Заменить пока некому. Yeah.
Ладно, быстро, ты не шла. Давай, звони, как покушать. Вот так пасит.
Чью пользу? Пользу белых. Белых. Там на G20, там, прикинь, мне кажется, там года назад 3 все забито уже. Yeah.
Пицца с бычками. Не всегда были бычки на проблему. Да. Как ты считаешь? У тебя есть? Thank you.
Господи, господи. Здесь один из них отстал, лишь один из них попал. Там вот, да? Хватит. Сидим пинем ураган, уплывает в океан. На-ра-на-на. Ну, один из них. Один из них отстал. Блин, как они такое придумали? Просто отстой. Там главное мотив, а не музыка. Наложим только песню. Я наложу его песню. У него А нормально. Thank you.
Слава, слава. Поснимай чуть-чуть, я полез бы. Спасибо.